Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу вам проанализировать, как делать правильно бросок сяянага, то есть бросок через спину. Вот смотрите, сейчас вы видите, что мы делаем маленькое рандори, и мой противник хочет перебросить меня через спину. Но дело в том, что мы оба держимся в классических захватах. Я его держу двумя руками. Для того, чтобы сделать хороший бросок через спину, обязательно нужно, чтобы у него был оперативный простор. И если я его не держу одной рукой, то у него есть отличный оперативный простор. Он входит в бросок, набирает энергию и очень легко меня бросает. Но в данный момент, как видите, он не учел этой ошибки, входит в бросок, я его гашу, а потом уже просто-напросто душу. Я победил. Как говорится, опыт приобретается через потери или через поражение. Сейчас снова мой противник решил вызвать меня на поединок, но в данный момент он учел свою предыдущую ошибку. И как видите, вторую руку он мне не дает. Он не дает вторую руку, он маневрирует и хочет зайти на бросок. И как видите на видео, бросок ему удается. Он глубоко заходит, перекидывает меня через спину. Вот вам, пожалуйста, минимум затраты энергии с наибольшим результатом. И не повторять свою ошибку, которую он сделал ранее. Всем пока, друзья!